Всем привет, друзья мои! Я рад вас приветствовать на своем канале. С вами я, Роман Борисович. И сегодня хочу вам показать один из интересных рецептов. Этот рецепт из Грузии, регион Сванетти, горный регион. И это у нас будет приправа сванская соль. Я давно хотел сделать ее сам. Кое-что посмотрел в интернете, проштудировал. Подобрал ингредиенты довольно-таки интересные. И сегодня я ее буду делать. Так что, друзья мои, не переключайтесь, оставайтесь со мной. С вами Роман Борисович. Что нам понадобится для приправы? Это листья сушеной кинзы, 2 столовых ложки. Укроп, 1 столовая ложка с горкой. Красный жгучий перец, 1 столовая ложка с горкой. 6 ложек соли крупной поваренной. Потом, смотрите, друзья мои, очень интересная приправа. Это шафран эмеретинский. Очень ароматная. Довольно-таки свежая, видите, 23-й год. Запах идет исключительный. Также нам понадобится это уцкас цунели, он же пажитник голубой. Тоже ароматная приправа. Еще нам понадобится дзира молотая. Это горный тмин. И, друзья мои, не путайте, есть дзира через Е, это дзира. Она растет в горах. Понадобится 150 грамм чеснока. Я его обработал в блендере. Ну вот, в принципе, и все. А сейчас мы будем делать нашу смесь. По сути, здесь ничего сложного нету. Вся сложность заключается в единственном. Это 150 грамм чеснока почистить. Высыпаем укроп. Кинзу. Перец. Все это перемешиваем. Высыпаем шафран. Я давно уже покупал на базарах эту приправу, сванскую соль. И позапрошлом году я был в Абхазии, оттуда привез, мне очень понравилось. Но там еще добавляли в эту сванскую соль грецкий орех. Аромат идет изумительный. И добавляем последний штрих, это дзиру. И все это перемешиваем. Я давно хотел приготовить дома сванскую соль. Очень она мне нравится. Можно ее добавлять, в принципе, в любые блюда. Сейчас все тщательно перемешаем. Она пойдет и к курице, и к баранине, и к говядине. Итак, друзья мои, сванская соль готова. Идет по кухне аромат. Что я хочу еще добавить по поводу хранения. Хранится она в емкости. И можно убирать ее в холодильник по мере надобности, уже доставать и добавлять в блюдо. Кому понравилось мое видео, делитесь, подписывайтесь на мой канал. С вами был Роман Борисович. До новых встреч, друзья!